Всем привет, друзья! Очень рада видеть вас в гостях на канале. Сегодня мы с вами отправимся в магазин «Магнит Косметик», поищем интересные новиночки, расскажу вам про акции, которые действуют в ноябре в этом магазине, а также обсудим некоторые интересные товары. Для начала мне хочется вам показать новые формы для запекания. Изготовлены они из жаропрочного стекла. Вот такая большая форма, которая прекрасно подойдет для запекания большой курицы, стоит 650 рублей. Стеклянная форма чуть меньшего объема, примерно 2,5 литра, стоит 550 рублей. Подобной формой я пользуюсь уже давно, и знаете, мне кажется, это самый подходящий вариант для частого использования в семье. А для приготовления круглых пирогов прекрасно подойдет вот такая стеклянная форма за 380 рублей. Объем ее 1 литр 300 миллилитров, а диаметр 27 сантиметров. Производитель Франция. Среди новинок также хочется показать вам вот такие геометричные вазы-конфетницы по цене 205 рублей. К сожалению, не удалось мне открыть коробочку, все было заклеено скотчем, но на коробке выглядит очень даже интересно. Впервые за время съемок появились в продаже напольные весы. Сейчас они стоят 800 рублей, и это стандартные весы, питаются от батареек. Маленький дисплей размером 45 на 28 мм. Единственное, на что хочу обратить ваше внимание, сохраняйте чек, потому что я сама несколько раз покупала такие весы и приходилось менять. Но возврат осуществляется по чеку без всяких проблем. В комментариях под предыдущими видео меня просили показать пластиковые контейнеры, лоточки для хранения. Конечно же, Магнит Косметик никак не может сравниться в ассортименте с Фикспрайсом. Фикспрайс — это у нас пластиковый король, пластиковый рай. Но вот в нашем магазине пластиковые корзинки представлены вот в таком варианте и в таком ассортименте. Теперь начинается самая жаркая пора, время предновогодних закупок, выбора подарков, и в Магнит Косметик, конечно же, как всегда, будет много подарочных наборов. Давайте сегодня пробежимся по первым наборам. Например, вот такой набор, состоящий из геля для душа Dove и дезодоранта, стоит 260 рублей. Все упаковано в красивую косметичку, которой можно будет пользоваться и потом. Неплохой набор от Nivea, который включает в себя два вида крема, дневной и ночной, из программы омоложения, стоит 300 рублей. Набор от Johnson стоит 270 рублей и состоит из двух гелей для душа с экстрактом граната, а также с экстрактом малины. А вот эту маленькую коробочку можно подарить девчонкам. Посмотрите, какие красивые упаковки с поняшками. В наборе гель для душа, а также шампунь для мытья головы, для мытья волос, стоит 220 рублей. Очень красиво оформлена коробочка от Libriderm. Посмотрите, в каких красивых красных тонах. В составе этого набора крем для лица, мягкий гель для умывания, маска для лица, а также гигиеническая помада. Неплохой набор. Цена его сейчас 510 рублей со скидкой в 21%. Также в магните сейчас несколько наборов из серии Organic Shop. Все мы с вами знаем эти красивые баночки. И посмотрите, вот такой набор, состоящий из 5 баночек. Называется «Коробочка мечты». Выглядит очень красиво. Это самая универсальная коробочка, которая состоит из крема для рук, для ног, для тела. Много разных интересных компонентов. Стоит такой набор 550 рублей. Еще один вариант подобной коробочки тоже за 550 рублей, называется «Волшебный эликсир» и тоже состоит из 7 баночек. Тут уже идут кремы для лица, для тела, для рук. И третий вариант подарочного набора, который стоит подешевле и состоит из 5 баночек. Выглядит очень красиво, цена 420 рублей. Переходим с вами к следующей полочке с товарами для красоты, с подарочными коробочками. Это бюджетные варианты и от Чистой Линии, Дуру, Dove тоже есть по 190 рублей.
маленькая подарочная коробочка Дуру состоит из крема для рук и кускового мыла. Еще одна подарочная коробочка от Dove, стоит она 330 рублей, и вы просто посмотрите на это оформление, которое сейчас очень популярно, чем-то похоже на стиль Хьюги. Также в продаже есть и подарочные наборы для мужчин. Давайте быстренько посмотрим на эту полочку. Тут и Dove, и Arca, и Gillette. Экзотичная коробочка от Le Petit Marcellier. Тут гель для душа с ароматом шафрана. И посмотрите, как красиво в восточном стиле оформлена сама коробка. Цена 290 рублей. Несколько коробочек от Nivea за 230 с гелем для душа и дезодорантом. Серия Makeup Expert. Также еще один вариант с мицелляркой и кремом для лица. Бюджетный набор от бархатных ручек, который включает в себя два вида крема для рук. Стоит 160 рублей, и крем тут дневной и ночной. И еще одна полочка с мужскими подарками. Тут и Nivea, которая представлена в нескольких вариантах, так что есть из чего выбрать. Gillette и даже наборы для мужчин с пеной для бритья и полотенцем. Интересная коробочка от Old Spice, там у нас и дезодорант, и гель для душа, а также в подарок идут красные носки с новогодним принтом, стоит 750 рублей. А еще мне хочется показать вам коробочки от Herbal Essences Pro. Качество шампуней и бальзамов, которые входят в этот набор, говорить не будем. Мы с вами уже обсуждали в видеообзорах из фикс-прайса. Но тут мне хочется показать вам саму упаковку. Все упаковано именно в красивую подарочную упаковку и находится внутри подарочного пакетика. Цена 360 рублей за синюю коробочку и 380 за оранжевую. Один из самых бюджетных кондиционеров для стирки белья стоит 130 рублей. Это новинка, бюджетная линейка серии Alpica, называется «Оливковая роща». А еще хочу вам показать новые бальзамы для губ от фирмы Dévache. Стоят они 150 рублей с разными ароматами. В основном это фруктовые и кокосовые ароматы. И да, сейчас на всю продукцию от фирмы Visage также действует акция «2 по цене 1». Будет она действовать примерно до 15 ноября. Так что обратите внимание, можно выгодно купить хорошие палетки теней, а также туши. Среди декоративной косметики я тоже нашла подарочный набор от фирмы Evelyn. Серия называется Bonjour. Стоит этот набор 430 рублей и включает в себя карандаш, подводку, а также тушь. Еще от Evelyn привезли новые лаки для ногтей. Это лаки с эффектом гель-лака, стоит 199 рублей. Неплохая скидка на кремы для лица от фирмы Evelyn. Посмотрите, возрастная линейка от 30 до 50+, цена 194 рубля. Также меня просили показать полочки с детскими игрушками. Тут и куклы, есть Барби, есть аналоги Барби. И хочу сказать, что куклы вполне неплохие и цены приемлемые. Посмотрите, наборы с аксессуарами, есть из чего выбрать. А также различные игрушки-развивашки для совсем маленьких деток. Интересные наборы для лепки, можно лепить тортики. И вот такие маленькие куколки тоже есть в продаже. Девочки, а еще целый месяц, по крайней мере в нашем магазине, весь ноябрь будет действовать скидка 20% на всю туалетную парфюмированную воду, на все позиции, на бюджетные, на дорогие, есть из чего выбрать. А буквально дней через 10 обещают еще и увеличение скидки, поэтому будем ждать, посмотрим, насколько выгоднее будет цена, насколько выгоднее будет покупка. И меня очень радует, что сейчас в продаже появилась моя любимая туалетная вода Armand Bassi. Буду ждать большей скидки, чтобы обязательно себя порадовать и купить.
В линейке «Бархатные ручки» тоже есть интересные новинки. Это жидкое мыло в дойпаках, также мыло с носиком-дозатором. Впервые вижу эти товары. А также на этой неделе действует неплохая скидка на зубные пасты. Причем скидка хорошая даже на дорогие зубные пасты разных производителей. Если что-то покупаете из этих торговых марок, обратите внимание, я, например, Сплат купила очень выгодно. А еще хочу вам показать поближе стенд с бритвами. Тоже сейчас тут акционные ценники. К сожалению, я цены на эту категорию товаров не отслеживаю. Если вы знаете, если вы своим мужчинам покупаете, пожалуйста, напишите в комментариях, снижены ниже эти цены, чем обычные, или нет. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, оно было для вас хоть капельку полезным. Если это так, поддерживайте пальчиком вверх. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу тех или иных товаров. Ну, на сегодня это все. Увидимся с вами завтра.